Я сегодня не потеряю браслет, не потеряю номер, не потеряю. Нравится? Кролики превратились. Я от мира по грязи. Видите, по поддержке. Какой тро? Давай, давай, давай! Давай! И личная палатка Сергея Семенова. Сергей! Это сборная России. Сборы. Топ усер атлетов. А сам-то? Я блогер. Блогер. В предстоящем гонке сегодня мы стартуем дистанцию 3К. Иван, расскажите, что вы берете на старт? Я беру на старт свою башку глупую. Надеюсь, я сегодня не потеряю браслет, не потеряю номер, не потеряю кроссовки, шнурки и не собьюсь с пути. Это уже успех будет. Сергей, что у вас здесь? Идет подготовка по полному ходу. Собираемся, одеваемся. И на старт. Вот еще один топ-усер атлет. Для завтрака. Завтрака. Завтрак с собой. Готов? Как завтрак чемпионский? Это, все жрут яйца. По 3-5 штук. А другим не кормят. Понятно. Это вот наши вещи. Это самое главное, что берем мы на трассу. Потом у нас перчаточки. Кока-кола это после. Дождевик на случай непогоды. Скотч, чтобы не потерять. Браслет, шоколадка после. Red Bull до старта. Документы. Рюкзак, майка, ну и вещи переодеться. И понятное дело, у нас уже в рюкзаке лежит мешок. Раз, это на 15 километров. И два, на 3 километра. Там номер, чип, все дела. Вот. Ну и, собственно говоря, вот спортивный костюм. Форма. Такая вот форма, в которой сегодня стартую. Здесь два кармашка. Вот. И кроссовочки где-то в углу валяются грязные. С вчерашнего дня еще. О, такие вот кроссовочки. Для сегодняшней трассы они вообще будут огонь. Так, у нас сегодня первый соревновательный день. Все. Мы уже готовы. Двигаемся в сторону старта. Что за зеркало? Форма у нас сегодня. Взял зеркало. За рулем все так же Егор. Почему ты это не сделал? Совесть не позволила. Совесть не позволила. А вот переехать до этого человека. Хороший? Он мне нравится, он хороший. Не нравится? Алисе нравится. А Джонатан Альбан. Надежды оправдались, пошел дождь, сейчас трасса превратится просто я вот так побегу. Унылое говно. Вот такое вот. Вот Алис уже готов, одела форму. Ребята тоже вот в гномиков превратились. Не в гомиков, а в гномиков. Гномик. Алиса черепашка. Ну и я тоже. Оп, оп. Вот так вот. Вот это поле с парковкой. Надо отметить, что парковка здесь платная. Можно походить на месте, либо заранее оплачивать. Вот. И здесь вот сделан вот такой вот мобильный пешеходный переход, потому что здесь идет автомобильная дорога. Чемпионат мира по грязи. Сегодня нас это ожидает. Lucini Fiori. В том году вот была проблема, то что постоянно приходилось с болельщиком и участником переходить через трассу, и организаторы сделали вот такой вот наземный переход, который можно дома перейти в другую сторону, ехать, постоять, посмотреть. Сверху. Вот, кстати, еще один наземный переход. А вот препятствие Лоу Ринг.
сегодня оно все грязное. Благо организатор намотали. Вот, а вот ребята из Беларуси. Белоруссия, вперед! Вот группа поддержки. Проходит, о! Давай, давай, давай! Давай, брат, пошел, пошел! Вот, вот эту технику прохождения, как нужно делать. Так, навеска достаточно низкая. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Видно, что ребята прям умирают все в груди. Ножки закинь! О, перевернулся! Давай, 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 давай! Умничка! Все, пошел в колокол! А это наклонный вот проход, 100-метровый. Да, сырую погоду, он многих вызывает. Много проблем прохождения. Первый соревнователь день пошел в Турцию. Здесь призер Сергей Перелыгин, третье место. Ваш подчиненный подданный 13 место. Иван Дегтярев 14 место. Егор Белоусов 16 место. Сергей Силин 20 место. Ребятушки, поделитесь впечатлениями, эмоциями. Завтра надеемся. Вы оптимисты, да? Ну не хуже, чем сегодня. Конечно, гонка была. Стартовали в первой волне с Серегой Перелыгиным, потому что по результату прошлого года ребята со стартом мочили на 100-метровку. Грязно очень, кроссовки проскальзывают, но препятствия надо должны казаться достаточно сухими, мне кажется. Как вам? И препятствия очень сухие, на самом деле, даже дождя все высохло уже, поэтому держание сцепления было там идеальное. Что за такое? Завтра? Препятствия. Сегодня мы прилетали, мне кажется, наверное. Вот. Завтра будет день, посмотрим. Вот, кстати, вот препятствие это для переноса. Это бомбы. Это надо тащить за цепь. А это яйца дракона. Он там тут лежат. Вылезь такие телечки. Раз, два, три. По гонке. Ну, сегодня было немножко тяжеловато в начале. Ребята вмочили. Приходилось терпеть с самого начала, еще грязь, давало нормально бежать, повороты сильно скользили, ноги, потому что вообще до нас бежали участники возрастной группы, просто превратили всю трассу в кашу, вот, а уже под конец вроде разбежалось, вот, посмотрим завтра, там, завтра еще у нас длинный день, бежим пятнашку, 15 километров, заключительный день, командная гонка. Будем настраиваться дальше. Чемпионата мира. Она уже подсохла, но вообще, на самом деле, просто жижа. Жижа, когда бежали. Вот рядом с шатром, центральным расположенным палаткой Германии. И личная палатка Сергея Силина. Его забронировали и выдали. Он живет здесь. Ладно, шучу, уже оставим номер. Это палатка атлетов из России. Кстати, очень удобно. Спасибо, кто ее привез сюда. А вот здесь вот находится душ. Он открытый, общий для всех. Вот здесь вот раздевалки. Мужская и женская, а вот здесь вот камера хранения. Уже большой шатер с полками. Просто вот заходишь, пойдешь вещь. В зоне финиша находится такой вот футбор. Здесь можно покушать, даже выпить пиво. Ребята из Польши. Okay, thank you, Polska. Oh, we're Sergey Perlygin! And here's your check, sir. Well done. In second place,
representing South Africa. Give it up for Thomas Van Tonga! And that's the crazy part, Stu. We were talking about this earlier today. This little race that all of you wonderful people are here right now started a while back for 2 years in Ohio, then moved up to Canada, then flew across the pond here. So this is, what, the fifth time we've had it now? Sixth time? How many champions have we had on the men's there? We've had two, because I believe we had another replacement in Canada, right? For the short course? None of you remember, I was there. But he's here reclaiming his title again. Ladies and gentlemen, representing the UK via Bergen, Norway, give it up for Mr. Jonathan Alba! Gentlemen, your Pro Vid winners, Sergey, Thomas, and Jonathan! А вот это сборная России. Руля с левой стороны. И наличие его с правой. Кто это наделал? Педальки ищу ногами. Ребята, как здоровье? Снова дождя. Доброе утро. Утро. Team Russia. Team.